Христа, как говорит нам история церкви, 14 тысяч младенцев было избито. То есть он искал, что может быть в это число попадет и Христос. Далее Христос ходит, проповедует, творит чудеса, исцеляет, но и тогда он не оставляет его. Это он, говорит, делает силой бесовской. Все чудеса эти творятся. И вот уже Христос висит на кресте, он и тогда еще не оставляет и дальше. Сойди с креста, если ты Сын Божий. Вот тогда и поверуем. Один. И когда он даже и воскрес, то он еще не оставлял своих замыслов. А дальше его украли, говорит, ученики, когда воины уснули. Представьте, римские воины уснули, у гробницы бы уснули. Но вот когда Христос возносился, мы не видим нигде, чтобы было какое-то с его стороны нападки на Христа. Это уже слава во всем величестве. И вознесся, говорит, на небо, и сел одесную Отца. Аминь. Храни всех вас, Господь, во имя Отца.